Женщина 1936 года рождения, прогулявшись по местным центральным магазинам, спокойно возвращалась домой, не подозревая, что среди бела дня станет жертвой злоумышленника. Молодой человек выхватил у ленинск-кузнечанки пакет, в котором находились продукты питания и сотовый телефон, сбил ее с ног и скрылся. Поступила ориентировка о том, что по 1:50 у женщины выхватили пакет с сотовым телефоном. Ну, выдвинулся немедленно по этому адресу. Прибыв на адрес, он подсказал проживающий в том доме мужчина, что данный гражданин побежал в сторону Розлюсенбург. Бойцы вневедомственной охраны, чей экипаж находился как раз в данном районе, незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к поискам. Подозреваемого, похожего под описание, с пакетом в руках, обнаружили в гаражном массиве неподалеку от многоэтажных домов. При виде нас он пытался убежать в лесной массив. Был задержан, при нем был обнаружен пакет. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая сделала протокол досмотра, изъятие, все зафиксировало. После чего данный гражданин был доставлен в МВД Ленинск-Кузнецк. За что вы сегодня задержаны? За преступление, то, что у бабушки выдернул пакет. Что вы хотели сделать, что находилось в пакете? Да, там, конфеты. Телефон. На какой улице в части города вы вырвали улица, бабушки? Я не знаю, но за магазином «Кора». В центре города? Да. Житель Ленинска-Кузнецкого 1991 года рождения, ранее судимый по статьям грабеж и мошенничество. В настоящее время задержан, возбуждено уголовное дело. Пенсионерка находится в больнице. После того, как злоумышленник ее толкнул, она упала и сломала ногу. За данное преступление молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.